Да, ну, вроде да. Надеюсь, главное, чтобы все подключилось, все играло, а я уже сыграю. Но ты сегодня за рулем, к сожалению. Да. Бля, а мы нет. Поэтому... Группировочка «Смех». Здорово! У тебя футболка просроченная, вчерашняя. Ну, так я со вчера ее и снимал. Я в ней спал, по-моему. Все как мы любим.
добрый, а? Почему говно не написали, блядь? А ты думаешь, чем они писали? Сегодня, завтра, вчера, послезавтра, там сколько там, 8, 5, 12 или как там. Дорогие друзья, завтра вы будете все выглядеть одинаково, не переживайте. Все будете выглядеть как говно, пьяная, уставшая, с красной рожей опухшей. Приедете домой, и половина из вас будет послана нахуй. Заслуженно, самое главное, заслуженно. Так вот. Тех, кого пошлют нахуй, поднимайте со мной вместе, хотя бы мысленно. Если у вас даже нет что выпить, то это ваша проблема. А у меня есть. Чувствуется, что где-то рядом стадион. Правильно. Ждет нас. Не вас, нас. Усложняем. Воу! Девочка вот в сиреневом, я не знаю, дальтоник или нет, вот в бордовом платье, рот большой. Еще шире сделай, все. Будет нормально. Воу! Аж Леха упал, такой поток воздуха просто из него идет на нас. Усложняем! Закрепим? Или так останетесь лошьем? Давайте. Я знаю, в чем проблема. У них нет ноты, у них нет ритма. И денег, блядь, походу, тоже нет у них. Последним мы точно не поделимся, но всем остальным готовы. Готовы петь вместе с нами, друзья?
сестрами, а ведь были мы братьями. Перемолола машина, исчезли рукопожатия, не распростерлись объятия. Но если есть сила воли, а если есть бодрость духа и уважение к людям, а не позор и разруха, то мы сидим в пуды соли, но непременно добьемся. Мы обязательно встретимся и где-то крепко обнимемся. И несмотря на усердие, нас разлучит, непременно помиримся. У нас все будет по-прежнему, без ненавистной полемики. Мы будем жить и любить, что есть мир нашему новому поколению. Мы обязательно встретимся и крепко-крепко обнимемся. И несмотря на усердие, нас разлучит, непременно помиримся. У нас все будет по-прежнему, без ненавистной полемики. Мы будем жить и любить, строить мир нашему новому поколению. Мы обязательно встретимся. Мы обязательно встретимся. Спасибо большое, друзья! Перед вами выступала, выступает и, надеемся, всегда будет выступать группировочка «Смех». Будьте здоровы, богаты и нихуя никому не должны! Пока! Я всегда стою на 100%, отбиваю.
Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. No mercy! Radio!